Уважаемые коллеги, на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Орехово Борисова Южная 12 июля 2022 года присутствует 11 депутатов. На заседании отсутствуют депутаты Курмистрова, Ашнопова, Новосельская, Родионов. Необходимый форум для открытых заседаний Совета депутатов имеется. Предлагаю начать работу Совета депутатов. Прошу голосовать. Против? Воздержался? Решение принято единогласно. Заседание Совета депутатов объявляю открытым. Уважаемые коллеги, на заседании сегодня присутствуют Кадетский Валентина Дмитриевна, глава управы района Орехово Борисова Южного города Москвы, Деревский Денис Александрович, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово Борисова Южного города Москвы, Лев Вера Ивановна, первый заместитель главы управы района Орехово Борисова Южного города Москвы, представители районной газеты, жители нашего района.